стулы кончились. Вообще ходить уже перестал. Ногу поднять даже не мог. Без стеночки, без поддержки. Раньше даже на шаг не мог сделать, считай, без людей, без помощи. А сейчас уже, какой шаг, сейчас уже хожу. Вообще. Игорь, давай им чувство. Серьезно говорю. Эйфория. Каждый день просил. Помоги мне, исцели меня. А он услышал меня. Спустя несколько месяцев случилось чудо. Вот эти первые за 8 лет шаги. Вот так в 34 года Булат заново научился ходить. А теперь еще и активно занимается спортом.